Всем привет-привет! Сегодня 20 января, и я хочу вам рассказать, что находится в рюкзаке американской школьницы. Так что начнем. Выглядит мой рюкзак. На нем нарисован котик и мои инициалы Алиса Короткова. Самое классное – это ноутбук, который раздают каждому ученику с 7 класса по 12. И я украсила его разными стикерами с магазина Brandy Malevol. Так он выглядит. Следующее – это папка Binder. Если открыть, здесь лежит моя composition book, точнее просто тетрадь, с моими конспектами для урока Science, наука. Я всегда стараюсь писать свои конспекты очень красиво, используя разные маркеры, хайлайтеры. Вот это один из моих любимых. На каждую новую тему я стараюсь использовать разный цвет и разное оформление. Также я рисую маленькие картиночки, которые помогают запомнить материал. Например, мы проходили Continental Drift, как формировалась Земля и как двигались континенты. Тектонические плиты, так вот выглядит. Это тетрадь. Следующая называется такая папочка Folder. Она с двух сторон. Есть кармашки. И эта папочка у меня для моего урока испанского. Мы уже очень много написали бумажек, заполнили, нарисовали. И очень удобно хранить именно вот в такой папочке. Следующее это обычные белые листочки. И вот здесь как бы небольшой как бы полосочка пластика, чтобы они не порвались. Следующее называется дивайдеры. Маленькие папочки, которые разделяют, например, уроки, как это я делаю. Это мой фолдер по Science. Дивайдер. Здесь мои домашние задания и разные лабораторные, которые мы делаем. Также, например, конспекты, которые мы пишем. Я тоже стараюсь оформить как-то чуть-чуть более интереснее. Следующее это history. История. Например, вот это было домашнее задание. Также здесь разные бумажки я храню. Вот, например, с этой стороны у меня старая тема, здесь новая. Также есть daily warm-up. Это каждый день мы отвечаем на маленькие вопросики, которые помогают разогреться. Это мой study guide перед последним тестом. Также notes. И последнее это английский язык. Вот так выглядит. Мы много не пишем, потому что в основном мы делаем все на ноутбуке. Вот так выглядит. Например, мы писали вопросы, также на них отвечали. Например, vocabulary — это слова, которые мы учили, их определение. Chapter 17. Это моя первая папка. Вторая папка — это отдельная папка для одного предмета у меня, это геометрия. Например, нам часто любят раздавать flashcards, на которых мы пишем разные словечки, чтобы учить. Также любят все время давать более наглядное применение теорем. Например, также мы делали флешкард на то, чтобы учить слова, их определение. Следующее, и у меня в папке также есть дивайдеры и пенал отдельный, где я храню свой калькулятор. В Америке в школах можно пользоваться калькулятором. У меня он умеет строить функции. Например, ты пишешь, что хочешь, и вот нажимаешь граф. И оно должно нарисовать линию. Также я разделила свою папочку на домашние, точнее, классная работа, домашнее задание, повторение и просто листочки. Например, также вот так выглядит. Нам раздают листочки каждый день. Также здесь и домашние задания, и мы как бы их пишем, выполняем вместе с учителем. Потом также у нас их проверяют.
Например, у нас была тема треугольники, мы разные рисовали. Также вот доказывали теоремы. И очень наглядно и удобнее использовать именно распечатанные бумажки, где ты просто заполняешь пропуски. Например, вот это просто я писала на клеточку листочки. Домашнее задание. Чаще всего нам задают с учебника или также выдают листочек. И там дальше просто review worksheets. Это большие, ну или не очень большие worksheets, на которых мы также заполняем правильные ответы и потом сверяем с учителем. Также нам часто отдают наши тесты, которые я складываю себе вот сюда. Это была моя папочка по геометрии. Следующее, это мой пенал. Вот так он выглядит. Белый, в клеточку с розовыми замочками. Если его... У него есть два кармашка, но он очень вместительный. То есть здесь есть часть, куда ты можешь просто вставить свои ручки. Также часть, куда ты можешь положить. Сейчас я вам покажу самый классный маркер, который я использовала. Называется Zebra Midliners. Их у меня пока 15 цветов. И они не очень яркие. И таких приятных оттенков. Чаще всего я пишу notes именно ими. Также обычные карандаши, ручка, стирательные резинки. А также всегда у меня лежит какой-нибудь... блеск для губ, бальзам для губ. Например, сейчас это Bars & Bees Coconut Pear and Blossom со вкусом клубники и банана. Также я все время использую sticky notes, на которых я пишу свое домашнее задание, чтобы сразу все выполнить. Так что вот так выглядит мой пенал. И это все, что было в моем американском рюкзаке. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока.